Так, всех с праздником поздравляю. Введение в храм Пресвятой Богородицы. Всех обнял, поднял, всем здоровья пожелал. Не болейте. Хочу зайти вот в церковь поглядеть. Там в Иерусалимском храме большие очень, так что когда заходили левиты в храм, они пели псалмы на каждой ступени. Сошел посмотреть первый раз в церковь. Зарловки. В 17-й катизм есть, там есть песни степени, то есть ступени. Псалмы поются на восхождении в храм. Святая Богородица, взрослая сама, сказано, зашла на все ступени храма. Ее сопровождали протовицы, девицы со свечами, в нарядных одеждах, а встречал ее наверху уже Закария. Закария, по преданию, был отцом Иоанна Крестителя. Отца Иоанна Крестителя, да, он тоже и родился. Но Закария служил в храме первого священника. И, как вы помните из священной истории, что он вел Пресвятую Богородицу во святая святых, то есть в алтарь храма. Когда мы крестим детей, мы их заносим только младенца, мужского пола в алтарь. А девочек подносим к царским вратам. И у нас есть Александр, который у нас есть трудится, который помогает. Три даже Александра. Екатерина. А Екатерина три. Екатерина, Олег, отвергается, еще не вошел. Зашел Екатерину, поэтому заранее, как бы, чтобы уже когда придет день ангела, у них они были уже поздравлены. Я хочу поздравить их, пожелать их милости Божьей, здравия, душевного интересного, крепости, сил. Ну и возрастать в благодати, а Господи возрастать, иметь ум Христов всегда. Помоги Господи. Благодетельное, мирное, тебе здравия и спасения. Во всем благое поспешение, подарок Господу. Рабом Твоим, Александру, Екатерине, а кто у нас еще? Екатерине. И всем всепредстоящим и молящимся и сохранит на многое лето. Многое лето, многое лето. Идет? Всем маленький просто, поэтому. Ну так я захожу всем. Да? Да. Смотрите, это как ваш тогда же правда. Если хотите с батюшкой поговорить, не, я знаю вашу батюшку, я всегда. Есть какие-то вопросы или что-то он все равно решает. Мусульмане. Можно? У нас в алтаре тоже нет один мусульман. Не, я верю. Не машина? Нет, нет. Она все. Она хочет приходить быстро. Пешком? Да. Он за мной приехал. Благослови, Отче,
Вот красивую церковь сделали. Вот зашли, молились. Вот. Красный зелень, церковь. Вот, хоть мы мусульмане, зашли, помолились, всем здоровья. Вот, красиво сделали, молодцы, все продается. Книжечки, библии всякие. Вот. Вот так, так, вот мечеть зашли, поехали домой. Сказали, довезут.